Открывается декада Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» для выпускников общеобразовательных организаций. Всего принимают участие более 500 учащихся и студентов. Сегодня инструкторы принимали норматив на 100 метров. 9-го будут сдавать бег на 2-3 тысячи метров. Также для этого возраста обязательными комплексами будут пулевая стрельба, плавание и метание спортивного снаряда. Выпускники получат дополнительные баллы к результатам ЕГЭ при поступлении в ВУЗ. За золотой значок прибавляется 10 баллов. Также сегодня ученицы 8 класса Якутской городской национальной гимназии вручили российский знак «Посланник ГТО» среди учащихся. Сначала сдавали в городе Якутске, потом из 10 участников сделали сборную Якутской. Мы поехали в город Владимир. И сдали там нормы ГТО. Мне самое сложное досталось, это, наверное, пулевая стрельба, потому что я не очень хорошо вижу, и мне было сложно ориентироваться. А самое легкое было бег на 60 метров, потому что я сама занимаюсь легкой атлетикой, и мне было хорошо вставать, удобно.